Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня Brawl Stars. Просили многие из вас снимать видосики вам по Бравлу. Я немножко подкачался уже. Больше, ну, я решил, у меня была цель 440, потом решил, думаю, какого фига, и начал вся качать просто до 20 ранга. В общем, осталось у меня еще 5 героев недокачанных. И у некоторых до сих пор нету второй звездной силы, видите, ее постепенно мне продают, но бессмысленно ее забирать за кэшки, если у меня куча есть золота, куча монеток, и по 2000 каждый день я забираю. В общем, вчера я вытащил на Бо. Где там мой Бо? Бобошка, где ты? Вот он. Вытащил новую звездную силу, медвежий капкан. Не отбрасывает, а оглушает врага на 2 секунды. В общем, я решил вам снимать видосы по звездным силам, так как у многих, я думаю, из вас их нету, чтобы вы видели, где какая звездная сила тащит. Ну и, конечно же, говорили свое мнение, писали свое мнение в комментах по поводу того, что же все-таки лучше для какого героя, кто где что юзает. Так, захват. Сейчас будем нубить, ребят. В общем, давайте первая наша звездная. Вот наш Бо. Обычная. В кустах видит больше обычного. Ну, там порезали были недавно нам в кустиках полностью видимость. Ну, чуть-чуть дальше видит, но не так, как остальные. Не так, точнее, как раньше это было. Так, поехали. Поехали сливаться, ребятушки. Я обычно бегаю в рандоме, то есть все мои кубки, они нафармлены в рандомчике. Так, минус один. Собачка достал меня. Ты посмотри на него. Ну, то есть такая пассивка его. В принципе, классно для локации. Там есть у нас вот пассивочка его. Теперь она будет, если ее правильно настроить. Ну, здравствуйте, товарищи. Так, тихо ша, не надо меня забирать. Сейчас нас сольют нафиг. Ай-яй-яй, так и знал. Так и знал, что за рукожоплю, блин. Ну, я все, что мог, сделал. Все, что мог, сделал. Так, теперь надо ловить Бо. Но это уже бессмысленная ситуация. То есть, как видите, такая пассивка, она была раньше крутая. Но она, в принципе, сейчас крутая. Особенно тут уже с ним не справлюсь, блин, бомбит от таких каток, но катки реально такие веселые, когда на базе противника кристаллики, это просто огонь. Тут единственное, знаете, когда играешь с тиммейтами, не надо, я всегда стараюсь их оббегать, кристаллы, не забирать их на вражескую базу. Мы уже их туда 20 нанесли.
Если мы тут одного убили, то мы двоих уже вряд ли убьем. Еще и что-то подвисло у нас. Ну, вот видите. Сама суть понятна. То есть, как видите, минус 6. А теперь ставим новую звездную силу, которая будет не отбрасывать, а если сработает, будет встанет на 2 секунды. Поехали. Посмотрим. Я, по-моему, его выбрал, надеюсь. Я надеюсь на это. Так, надеюсь, мы скоро это проверим. Давай, давай, иди сюда. Не хотят они сюда идти, значит, мы туда закинем. Так, блин, я не поменял. Вот, вот ну бас. Как можно было так не поменять? Так, отлично, красавчик. Все, бегите на базу. На базу, говорю, бегите. Че вы тут лазите? Вот так вот. Ну, видите, одеи откидывают, не поменял. Затупил. А теперь меняем, сейчас посмотрим. Посмотрим на эту звездную силу. Опять где-то улетел. Так, выбрать. Вот так вот. А теперь поехали. Посмотрим, что дает эта звездная сила и как она смотрится вообще. Ну, я не знаю. Мне кажется, это будет топовая темка, потому что кусты кустами, кусты можно и пристрелять. Кто стрелял в кустах, те в теме. Так, понятно все. Энергии у нас маловато. Ну, так, пачка у нас, конечно, не ахти. Ну, будем пробовать воевать. Так, одного минуснул. Пихаша, что вы все против меня собрались? Так нечестно, ребята, вот вам подарок. Вот смотрите, вот эта тема, ребятушки, вот это кайф. Обалдеть. Правда, меня сейчас тут разнесут. Блин, ну что за тиммейты? Ну, помогайте мне. Лазит где-то непонятно где. Ну, вот это реально крутая тема. 2 секунды стана. Смотрите, оп, чик. Еще один подарок. Так, одного минуснул. Ну, блин. Не успел еще одну закинуть. Но мне это понравилось. А, блин, не успел. Посмотрите, как обалденно оно станет. Просто кайф. Давайте побежим, сейчас попробуем в ШДшке. Рукожоп есть рукожоп, но я бегаю в рандомчике, ребятушки. Это не стимкой. Это бегаешь, непонятно, кто тебе попадет. Попадут такие же рукожопы, как и я. И пипец.
И ты сливаешь кубки, и ты плачешь. Да что ты там в меня стреляешь своей пуковкой? Тихо, братюнь, я верю, что ты можешь прыгнуть. Но видите, я в кустах, я теперь в кустах не вижу. Это, конечно, ну, с одной стороны минус, с другой стороны нормас. Здорово, здорово, братюнь, давай, прыгай. Да, конечно, я так, типа, я не видел твоей ульты. Здорово, здорово. Так, ну ульту оставим напоследочек. Напоследочек оставим. Я смотрю, там... Там жесткий... Жесткий трэш намечается. Что, попробуем застанить? Киданем? Или подождем? Давайте подождем. Ну вот как-то так, даже не воспользовались ими. Ну, в общем, не знаю, ребят. Пишите в комменты, что вы думаете. Вы увидели и ту звездную силу. Кусты, конечно, классно, но вот стан, блин, вот мне нравится. 2 секунды от каждой минки, это просто имбически, я считаю. В общем, вот как-то так. 2 секунды. Ловушка оглушает, это я считаю, это вообще отлично, особенно когда в пати бегаешь, там нереально будет спастись за 2 секунды. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков по Бравлу, всем удачи, всем пока.